До завтра. Могла бы на ночь оставить как-нибудь. Эй, красавчик! Ты мне нравишься. Очень. Кто тут? Ваш брат заснул в классе сегодня утром, в третий раз за неделю. Где мама? К ней постоянно кто-то приходит. Кто? Ее зовут Диана. Что ты сказала? Привет, мам. Мартин, не хочешь поговорить об этом? Я сплю с включенным светом. Как только я его выключаю, появляется женщина. Она не любит свет. Знаю. Я тоже ее вижу. Мам? Что такое? Мы тебя разбудили? Что? Я хочу кое-что рассказать. Давным-давно у меня была подруга Диана. Я узнала, что с ней случилось нечто ужасное. Держите ее! Но она вернулась. И она останется. До тех пор, пока ты не включишь свет. Оставайся на свету! В этом доме мертвая женщина. Ну давай! Все боятся темноты, а она питается страхом. Слушайте внимательно. Я раскрою вам тайну жизни. Готовы? Вся жизнь заключается в выборе. Простите? О, ты моя новая соседка? Ага. Я Трэвис. А ты чё такая злая? Ваш пёс обрюхатил мою собаку. Я готов нести ответственность. Я столько раз говорил с ним о предохранении. О, господи! Да шучу я, шучу. Привет, братец. Кто это? Соседка. Жутко меня достала. Ой-ой. Что? От автора дневника памяти и тихой гавани. Открывай! Там щенки! Щенки! Вот все и кончилось. И что мне теперь с вами делать? Спасибо, Трэвис. Надо же, первый раз назвала меня по имени. Мне нравится. Трэвис, это Райан Маккарти, мой парень. Привет, привет. Не делай из мухи слона. Я тебя знаю, мой брат не любит, когда что-то достается легко. Раскрой секрет, ты моим друзьям нравишься больше, чем я. Да, этого я и боялась. Ты вляпался гораздо сильнее, чем я думала. Ты мне даже заигрывать не даешь. Иначе ты бы расхотел заигрывать. Что ты делаешь? Медленно иду к тебе. Почему? Если побегу, ты испугаешься. Почему? Ты меня достаешь. Смотрите в феврале. Гэби, привет! Привет. Ты ему скажешь? Мы не обсуждали, что это было. Все так быстро случилось, мы увлеклись. Я люблю тебя. А я тебя нет. Да брось, еще как любишь. Мам! Причем с самого первого взгляда. Ты на чьей стороне? Трэвис, забудь о гордости. Любой женщине хочется, чтобы мужчина сражался за нее. Где Габи? Уехала. Куда? Уехала из-за тебя. Так я и говорил, каждый шаг ведет к очередному выбору. Вернись ко мне, милая. Доставай меня дальше. Выбор может изменить все. Я должен был быть рядом. Ты не виноват, Трэвис. Каждая минута жизни зависит от выбора. Габи! Выбор. Скоро в кинотеатрах. Все, что ты знал об этом мире, скоро изменится.
Две недели назад я был обычным студентом. Так, попробуем. Всем спасибо. Но вдруг появился он. Здравствуй, Дэйв. Ты станешь защитником добра, чародеем редкого могущества. Что? Со всех концов земли собираются силы тьмы. Здравствуй, Бальтазар. Тебе выпало спасать мир. Потренируемся? В твоем магическом арсенале будет удар шаровой молнии. Получилось! Еще. Еще. Что-то в тебе явно изменилось. Я чародей. Но это ничего. Это будет здорово. У великих есть обязанность. Это твой долг. Ух ты. Это же моя машина. Опа. Это ненормально. Зато весело. Моя очередь. Каждому чародею нужна пара остроносых ботинок. В таких стариканы ходят. Не понял. А, очень клевые. Очень. Когда-нибудь снились сны настолько реальные, что все казалось явью. Люблю примечать необычные фишки в повседневной рутине. Сегодня в небе прямо аншлаг. Находить порядок в хаосе – моя любимая игра. Дело. А? Они взлетели? Башня Кеннеди. Башня! В тот день что-то произошло. Это был мой рейс. Я едва не погубил 900 человек. Нет, ты спас меня. Мы едва знакомы, но не кажется ли тебе? Что мы знаем друг друга вечность? Не могу сдержать улыбку. Обманщик. Эй! Что такое? Что вы наделали? Третий день одно и то же. Знаю, звучит нелепо, но я все время вижу одних и тех же людей. Словно фрагменты сложного узора. Что происходит? Со мной творятся вещи, объяснить которые я не в силах. Это происходит ровно в 2:22. Бум. Он видит их и видит узоры. Все в этом мире взаимосвязано. Эти твои узоры — это полная чушь. Остановите его! Погибнут люди! Что ты делаешь? Нужно покончить с этим прямо сейчас. Хотел бы я представиться, но я мертв. И это отстой. Это мой лучший друг. Иногда мы даже почти разговариваем. Я называю этих парней кости. Они съедят что угодно сердцем. То есть я тоже, но... Я хотя бы задумываюсь над этим.
Перебор. Не пялься, не пялься. Что ты такое? Это труп, зараженный чумой. Бессердечный, бесчувственный, неспособный на жалость. Не понимаю. Он же меняется. Он чувствует и учится быть человеком снова. Боже, это он! Ага. Привет. Что-то происходит. Не знаю, что вы делаете, но это влияет на остальных. Пап, кажется, они излечиваются. Они не могут излечиться. Запрыгивайте. Стрелять на поражение. У нас проникновение. Мы все изменим. У нас тут трупы воюют с скелетами, так? В кого стрелять? В него! Привет. А? Так он твой парень? Твой зомби-парень? Заткнись. Меня зовут Кассандра Стили, и я представляю вам свой город, искрящийся радостью и добротой. Здравствуй, Дерби. Какой же ты у нас красавчик. Чем могу помочь? Мне бы забрать по посылку. На многие мили вокруг простираются... Ты не в курсе? Поля пшеницы и канолы. Почтальона убили. А посылки? Похитили. Итак, у нас есть видеозапись убийства. Да, сэр. Никогда еще здесь убийства не было. Ты правда убийство снял? Тебе дадут вознаграждение? Сколько? На мой век хватит. Мне нужно лишь увидеть труп почтальона, и все готово. В обед приходил почтовый инспектор. Сначала нужно найти труп. Труп? Ты чего это задумал? Дуэйн! Нельзя отступать! Держимся плана! Я за тобой слежу. Ты мог направить камеру куда угодно. Как же повезло снять денежный ролик. Чем меньше город, у нас полный город сознательных граждан. И нераскрытое дело. Сделай милость. Скажи мне, тем больше тайна, где находится моя посылка. Потрясающий детективный триллер. Надо валить из города. Этот тип не остановится. Ему нужен я. Достойный кантри-нуар. Ты знаешь, я тебя не брошу. Я мисс Катбэн. Я готов на все. Кат Бэнк. Таков Кат Бэнк в Монтане, на границе гор и равнин. Меня зовут Чарли Вулф. Я лежу тут, жду холодных объятий смерти и задаю себе один единственный вопрос. Как же, мать вашу, за ногу я до этого докатился? У меня есть для тебя одно предложение. Я слушаю. Как тебе 50 тысяч? Грязная работа. Я хочу, чтобы ты убил мою жену. В два у нее приема зубного. Ну что ж. Мать твою за ногу. Она убегает. Брюс, я достану деньги. Мне просто нужно еще немного времени. Ты издеваешься? У тебя неделя. Вы турист? Ну, что-то типа того. У меня сегодня плохой день.
Как бы ты там ни думал, но я очень люблю свою жену. Да уж, оно и видно. Дилан! Господи, у вас тут какой-то дурдом на выезде. Если окажусь в беде, прикоснусь и тут же буду дома. Так почему ты приехала в Берлин? Знаешь, жизненный опыт, о котором все говорят, привел сюда. Хочу оставить все так. Хотела бы я остаться. Хотела прогуляться. Энди, что на тебя нашло? Ты говорила, что хочешь остаться. Открой дверь! Никто тебя не услышит. Спасите! Герой книги всегда в пути. Сам он немного стыдится этого. Не стоит этого делать. Ты и я команда. Отсюда не сбежать. Насколько тянет ситуация? А? Ваше увольнение заканчивается ровно через 7 дней. Куда собираешься? Навести Джейн. Возьмешь с собой? Как дела, красавица? Тоже обожаю мороженое. Если ищете новобранцев, ошиблись дверью. Привет, Джейн. Не верится, что я тебя обнимаю. А мне не верится, что парень Дженни служит во Вьетнаме. Черт, вышла на 10 минут и уже что-то пропустила. Кто ты, прекрасная незнакомка? Я Кэндис. Нужно было сказать про купальник. Это бы испортило сюрприз. Спасибо тебе. Пару дней назад я не был уверен, что останусь в живых. А теперь я сижу с прекрасным ангелом. Извини, ты сказал прекрасный ангел? Я не шутил. Я починил его своими руками. Я это вижу. Умоляю, не улетай. За всю свою жизнь я не был ни к чему привязан. Ни к армии, ни к чему-то другому. До этого момента. Молодые сердца. Вы что там застряли, капитан? Мы ждем, сэр. Чего ждете? Рядового Досса. Кто этот чертов Досс? Я мечтал поступить на медицинский, но знаний не хватает. Я не могу остаться, позволив им умирать за меня. Что ты собираешься делать на войне с твоими-то идеями? Там, где повсюду смерть, я буду спасать жизнь. И так отдам свой долг родине. Правительство Соединенных Штатов приготовило вам подарок, созданный, чтобы уничтожать врага. Простите, сержант, я не возьму в руки оружие. Не можешь убивать. Не могу. Ты в курсе, что убивают на войне сплошь и рядом?
Рядовой Дос не верит в насилие. Не надейтесь, что он выручит вас на поле боя. Не думаю, что дело в религии. Скорее, ты просто трус. Я полюбила тебя, потому что ты был не такой, как они все. Говорят, тебе грозит тюрьма. Но я никогда не смогу себя простить, если предам свои убеждения. Мир явно вознамерился разорвать себя на части. И что такого плохого в том, что я его хочу немного подлатать? Рядовой Дорс, вы вольны отправиться в пекло боя без оружия и возможности себя защитить. Не бойся, я вытащу тебя. Вам нужно это увидеть. Кто их вынес? Трусиха Дос. Завтра опять штурмуем высоту. Парни отказываются идти без тебя. Помоги. Ты должен мне доверять. Молю тебя, Господи, дай мне спасти еще одного. Дай спасти еще одного.